одобряли Индию костями наших товарищей. Для того, чтобы они перлись в Англию. Они заполонили здесь все. Они живут в наших домах. Они торгуют на наших рынках. Они режут своих баранов уже у меня на улице. Они уже танцуют и молятся на наших площадях. Это называется толерантностью. За это мы с тобой воевали, Джон. Теперь королева хочет быть доброй. Она строит им больницы, школы, чтобы они были грамотные. Зачем дикарю грамота? Для работы в поле она не нужна. Грамотный дикарь ползет сюда, в Англию. Он здесь хочет убирать туалеты, мыть полы, чистить нам ботинки. И скоро их станет больше, чем всех нас. В каждой семье, чтоб ты знал, у них по 10-12 человек. Они плодятся, как крысы. И мы против такой толерантности и такой плодовитости. Вопрос простой, Джон. Или мы их, или они нас. Господа, кто хочет быть секундантом лейтенантом,